внимание, сообщили. Ну что, давай бери снаряжение. Думаю, пока не добрались до машины. Только дырками не заполняй ее. По моей команде. Один, два, три. Запертый кодок. Хорошо, мы можем услышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороги. Только они же какие-то соображения показали большую оживленность на вилле. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. Не подумай, что мы патруль сразу пропустит нас через ворота. Не рассчитывай на это. Смотри. Мешайся с конвоем. Мы проследуем его внутрь. Молодец. На нашей стороне. Да, этого не было. The Americans are coming. They're nuking our bunny. Can everyone back here now? We're leaving. Sir, the airspace is problematic. I'm aware of the situation. Just do what I say. Отлично. Он совершенно не догадывается, сколько ты близко. Все равно это будет впредь. Нужно будет там просить. Кирилл будет первым, я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас, где нужно. Будь готов к изменению. Помни, Гру хочет взять Кафарова живым. Но самое главное, это ядерный чемодан. Блядь. Стоит так на расстоянии. Давай, будем делать. Готовься. Ворота. Что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну. Блядь. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Жди моей команды. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай. Жди, дави. Дверь будет держаться какое-то время, давай. Вон там патрульный пост. Пропал. Это все равно произошло. Давай, пошли. Стоп. Thank you.
Я доценил его охрану. Смотри-ка, крыша. Вилла на другой стороне. Как движется слева?
проблем. Обойти. 100%. Мы должны обойти дом, чтобы пройти на бесшумную площадку. Давай, очисти один этаж. Иди за мной. Они там не закрепятся. Вот площадка. Гафаров is on the way to the helicopter. Hold them off and then fall back to the main gate. Как туда добраться? Влад показывает дорогу внизу.
Была дверь сзади. Дима, вы же смотрели, можно ли их обойти? Дверь, пару метров сзади. Thank you.
Listen. This key goes to the safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in. I don't have them! Do you understand? It's not me you want. It's not us! It's Solomon! Listen. I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going. I know what he's doing and where... Anything stupid. This piece of shit right there stole 3 nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Solomon's using the PLR. He has at least 2 targets, New York and Paris. He's using public transit to move the weapons. He's going to detonate the New York device in Times Square very soon. This cannot happen. We can avert war between our nations. Just 2 of us. No politicians. No money changing hands. Just 2 soldiers speaking the truth. Help me. Help me to do this. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Millions will die. Get out of here! Remember, do whatever you have to do to stop Solomon's plan.